Всем привет, вы на канале ТКТВ, и сегодня снимаю видео, которое называется обзор на мою, можно сказать, канцелярию или на мои канцтовары по теме «Как приручить дракона». Ну что ж, начнем. Первое, что я буду показывать, это вот такой вот пластилин «Как приручить дракона». Вот. Так, вот этот вот пластилин, вот он. Вот. Пластилин тут написано. Вот, сейчас приближу. Вот. Dragons и DreamWorks. Конечно, не очень видно, потому что как-то очень плохо подпечатано. Написано пластилин. 6 цветов. Тут нарисован вот такой вот беззубик с икингом. И вот пластилин. Сам я сейчас его открою. Скорее всего, я им пользоваться не буду, так как я коллекционирую все вещи из капельщика дракона. Они у меня на полочке. Такой я их просто складываю. Я коллекционирую это все. А вот тут сбоку написано тоже пластилин, 6 цветов. Ну, тут типа, что такое там, что-то... Короче, что такое пластилин, там вроде его состав. Там как пользоваться пластилином. Короче, там, где он был произведен, что это с 3 лет. Вот такой вот красивый пластилин. Я когда его увидела в магазине, я когда закупалась к школе, я его сразу взяла. Там причем оставалась одна упаковочка. И я думала, что же не взять-то, раз уж я люблю этот мультик. Я его обожаю. Я уже трейлер третьей части, не знаю, 100 раз, наверное, смотрела. Ну, вот такая вот пачка пластилина. Вот. И она не висела на вот этой штуке, что удивительно было. Она вот так вот валялась. Вот так вот просто валялась. Я взяла. Ну, и подумал, в руки взяла, посмотрела. Ну, в принципе, что красиво, а для коллекции как раз сойдет. Потом у меня есть тетрадки. Сейчас я их покажу. Вот. Такие вот тетрадочки. Это тетрадка с Смаркалы и Кривоклыком. Я не беру, если что, тетрадки в нике, так как мне больше всего нравятся тетрадки в клетку, но если, не знаю, будут в линейку, а они есть, и если я их захочу купить, то я куплю и сниму на них тоже обзор. А, так, ну вот, Кривоклык. Так, ну вот, вы поняли, такая тетрадка, сейчас я вам покажу. Ну, такая обычная тетрадочка. Вот хорошенькая такая, в клеточку, очень удобно, и я рада, что есть такие тетрадки. Это вторая часть, тут они уже нарисованы со второй части персонажа. Одно но, чтобы я, как говорится, хотела сказать, тут 4 тетрадки. Как бы лучше бы, чтобы было 5, потому что тут не хватает забияки и задираки. Ну, как говорится, с ним не судить. Ну, вот такой вот Кривоклык красивый. Вот так вот. Ну, такая красивая тетрадка. Теперь я вам покажу тетрадку другую, с рыбьеногом. Вот. Потом мы подойдем уже к таким главным персонажам, там как вот это Викинг, там Астрид, вот это. К таким. Так. Вот рыбьеног и сарделька, его дракон. Это такая же тетрадочка в клетку. Кстати, хотела обратить ваше внимание, что на тетрадке изображены классы драконов. Вот это разящий. Там вот когтевики. Еще один класс. Вот он. Это где Барс и Вепрь. Кошмар вроде, или как там ужасы, я не помню. Вот там где-то вот загадочный, вот тут плохо виднеется, вот загадочный, водный класс. Короче, тут все классы изображены драконов. Это на всех тетрадках, и ну вот это и тоже было. Так, ну давайте посмотрим поподробнее. Вот тут сарделька, это тоже из второй части, рыбьеног вот такой вот. Ну, вы узнаете. Ну, тетрадка тоже обычные, вот такие листики. Так, теперь... Подходим к беззубику, к нашему основному. Хотя, давайте начало с... начало Астрид, а то беззубик это потом. Так, ну, у Астрид, у нее там...
Вот, вот тоже там такие же вот листики обычные, тоже вот тут такая тетрадочка. Значит, вот сама Астрид, это мой любимый персонаж после Икинга. Ну, вот из людей, если они драконов. Вот она, веселая Астрид на своем драконе Грангильдочка. Грангильда тут очень шикарно вышла. Она вообще красивая очень. И у меня как раз есть игрушка сравнить. У меня вообще ко всем, кроме сардельки, к сожалению, есть сравнение. Сейчас вам покажу. Так, вот. Сейчас я принесу. Так, вот мой дракончик Грангильда. Она у меня из первой серии. Такая красавица. Но обзор на драконов я уже делала, а подробный обзор на каждого я буду смотреть, делать или не делать. Давайте перейдем к тетрадке. Тетрадка очень красивая. Ну, вот почему-то здесь классов нету, то есть тут нету вот класса драконов, тут вот чешуя типа Грангильды. Не знаю, почему нет, но решили так сделать. Сама Грангильда очень красивая. Ну, я вам уже показывала, что там какие листы сейчас. О, обычные листы. Так, а теперь к Бессубику переходим, самому любимому персонажику. Ну, у меня он почти что самый любимый. После, можно сказать, дневной фурии, которая будет в третьей части. Вот он, Икинг, который гладит Беззубика, а Беззубик такой улыбающийся, смотрит на него. Вот. Такая тетрадка. Она у меня тоже в клеточку. Вот. Вот. Тут тоже классы драконов. Вот-вот-вот. Вот этот когтевик. Там кочегары вот всякие. А потом... Вот, хорошо, что тут все прям прорисовали, а не просто там дракон там какой-нибудь тяп-ляп. А тут прям все прорисовали. Очень красиво, мне нравится. Оформлено все прям в таком стиле. Ну, сзади вот вид. Кстати, сзади на тетрадках, которые в клетку, таблица умножения, которые в линейку. У меня просто в линейку были. Я не знаю, где они сейчас лежат, но есть у меня. А там буковки, ну, алфавит русский. Так. Ну, и вроде английский. Я не помню, какие-то алфавиты, но точно русский есть. Так, я вам обещала показать пластилин, то есть содержание вот этого пластилина. Сейчас вам покажу, сейчас достану. Так. А, вот, значит, тут есть такая вот штучка. Напишите в комментариях, как она называется. Вот такая вот, можно сказать, я его зову ножик для пластилина. Мне просто так легче. И им можно отрезать кусочки. Я не буду, говорю, трогать, потому что я коллекционер, а я вообще не хотела распаковывать, но решила распаковать. Я со мной это обратно уберу. А потом, давайте тут посмотрим цвета. Белый тут у нас присутствует. Желтый, зеленый, красный, голубой. И, ну, синий, голубой такой, и черный. Ну, черный обязательно, конечно, там же Беззубик нарисован. Вот такие цвета, в принципе, нормальные 6 цветов. Мне очень вообще нравится этот, можно сказать, такой себе наборчик пластилина. Как бы, ну, для школы, в принципе, очень даже и хорошо, если вам немного лепить надо. Ну, хорошо, сейчас я одену коробочку вот эту и покажу вам мои раскраски. Кстати, если вам нравится моя канцелярия, такая, можно сказать, ну, канцтовары, то поставьте лайк. Особенно поставьте лайк за этот пластилин, потому что я его, можно сказать, еле нашла, он был последний. Так, теперь раскраска. Это моя раскраска, самая последняя, моя самая первая. К сожалению, она, я не знаю, где она лежит. И причем, если бы я ее показывала, она бы заняла большое место, потому что она вот... У меня вторая раскраска, вот она занимает место, как две вот, вот таких вот раскрасок. Это большая со второй части такая. Я, когда ее найду, вам покажу видео, на, когда будут обзоры на вот таких вот игрушечных драконов. Так. Вот, значит, такая тетрадка. Это была моя третья. Тут она клейки. Сейчас вот это я тут рисовала. Близнецы, хоть тут их не забыли. Вот Икинг там, я уже ее всю рисовала, Беззубик. Сморкала там, Ланка. Грангильда, конечно, тут не очень она, но вот, вот такие вот
Наклейки мне они очень нравятся. Я, конечно, их не знаю, куда использовать, но я их все равно использую. И вот. Очень мне эта наклеечка нравится. Красивая. Так, значит, потом. А, тут идет ужасный пластиковый опыт. Барси Вепрь, точнее. А, Икинг, Астрид, который мне очень нравился рисовать. Беззубик и Икинг, Астрид опять. Кто тут у нас? А тут жутко же. Тут была маска, но я ее вырезала. Я не знаю, где она. Ну, короче, у меня была маска. Это просто давно было. Это было, получается, 3 года назад. Да, 3. Или 2, я уже не помню. Потом переходим к другой рассказке. Я ее не начала рассказывать, так как мне ее купили. Ой, конечно, давно я просто эту всегда раскрашивала. И другую. Я ее оставила напоследок. Тут посвященная второй части. Как бы тут тоже... Ну, как-то это тут первая вообще часть посвящена. Хотя нарисована вторая часть персонажа. Ну, да ладно. Так. Вот, Беззубик. У меня просто вопрос, как он летает без Икинга, но это ладно. Это просто так решили нарисовать, чтобы красиво было. Так, значит, тут Икинг, вот. Икинг, так. Тут текст, Икинг, главный среди всадников. Острый Охо там. Ой, Икинг не испугался грозного драга. Вот, Икинг, Беззубик и Драго. Эрит, охотник на драконов. Вот он. Что-то. Сарделька, рыбинок, и она давит врагов, что ли, что там, да, сарделька давит врагов своей тяжестью. Это команда, это мама Икинга, это Икинг на беззубке и папа на кривоклыке. Ладно, допустим, просто недоработки. Ой, драконы и их всадники взмыли воздух. Да, куда? Так, это тут Валка танцует со Стойком. Стойк с удивлением увидел Валку, свою давно пропавшую жену. Интересненько. А тут Драго подчинил себе Беззубика. Вот. Драго оседлал Беззубика и стремился к острову Олуху. Просто я не могу читать, тут размыльчиво сейчас. Сейчас. Во-во-во-во-во. Тут Смутьян очень мало показано. Вот опять Сарделька, Рыбьеног, Астрид. И они из ловушки такой вылетают. Это Астрид вместе с Рыбьеногом летит на Сардельке. А тут Икинг завязывает Беззубику глаза. Икинг закрыл глаза Беззубику, чтобы Смутьян не гипнотизировал его. Ну вот, тут все это нарисовано. И, наконец-то, мордочка этого Смутьяна. Тут что-то его мало как-то показали. Вот, смотрите, вот мой Смутьян. Бедненький, тебя так мало запечатлили, да? Да, обиделся бедный. Вот он мой Смутьяша. Смутьян, можно сказать. Так, Драго на своем исполинском драконе Смутьяне. Исполинском. Ладно. А, это когда Беззубик стал королем всех, вождем, не знаю, как там, всех драконов. Вот они ему склонились, все драконы покорно склонились. Ой, что там, перед новым вождем. Да, все, правильно. Ой. А вот концовка, это где Икинг с Беззубиком. Ну, как мило. Икинг благодарит Беззубика за помощь. Вот тут Кривоклык и Насморкала с Кривоклыком. Отличная команда. Дальше что? Вот Астрид с этой Грангильдой. Астрид очень любит своего дракона Грангильду. И Сарделька, и Рыбинок, и Пузика чешет. Или мордочку. Так, Сарделька любит, когда Рыбинок чешет ей животик. Да. А что у нас напоследок? А напоследок Кикинг у нас становится вождем. Ха-ха. Вот ему это... Как она... что ли, вот так вот рисует, типа символ вождя. Колдунья нарисовала Икингу почетный знак вождя.
Конец. Все. И тут сзади нарисован Икинг на беззубике. Вообще прикольная раскраска, мне она нравится, только опять недоработка. Где забияка и задирака? Что же их бедных? Ну, они, наверное, не являются такими, как главными членами вот этого мультика. Хотя, не знаю, прикольный, в принципе, персонажи. Это была вся моя канцелярия, Капельчи дракона. У меня, наверное, есть еще раскраска, я говорила, но это я вам покажу в следующем видео, когда буду снимать про таких вот игрушечек. И всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока, пока-пока.